Сегодня у нас 10 июня 2018 года. Телефон, Игнатий Игнатьевич! Вот, крепко. Попросились, вот сестра попросилась на голубятню, другие птички тоже. Дождик наконец-то прошел. Надо держаться. Дождик прошел, гремело. А там все равно сеют. Воскресный день, а они в воскресенье работают. Говорит, неверующие тракторы. Я говорю, а трактористы? Потому и нет благословения им от Господа. Раз нарушает заповедь святого. Неверующие тракторы. Ну, спаси Христос, спаси Христос. Благодарю. Игнатий Тихонович принимает поздравления наверху на лестнице. Да. Вот. Надо держаться покрепче, а то никто нас соскабливать не будет. А ну, еще как-то высоко. Нестор, я сейчас первый иду. Тут железная дорога. Нет. Так, давайте локомотив. Это поезд. Двигайся. Давайте локомотив. Давай. Так, только просто меньше текста. Можно? Сейчас голубь вас перепугается. Не торопиться. Тихо. Я мальчик. Мальчик всегда вперед. Я буду вас не застраховать. Если будете падать, я вас буду поймать. Телефон, кричи. Телефон! Осторожненький. Полина, держись. Да, аккуратно. Юбка мешает. Да, ну, конечно, здесь и грязь еще. Грязь. Куда тут? Голубушки не решили вылетать. Слишком некрасивые мы. Все, двери можно закрыть. Закрывай их. На крючочек? Да нет, ну можно. О, да тут-то большая, ничего себе. Ну это же чердак, тут второй этаж подразумевался. Птички маленькие такие. Ну да, да, да. Это просто Игнатьевич сделал из него. О, так тут можно рассмотреть их всех. Да. Ой, красивые какие. Мы уже соскучились. Ну, лица сами. А у него вон тот. А белые какие красивые. Вон звёздочки у них. Грязновато здесь, конечно. Чёрный. Чисто чёрный. Ой, это что было из-за звонков? Да, может, и мы вас знаем. 8 июля будет крещение. 8 июля. Не сказала. Ты говорила сегодня? Да, чтобы знать все. Новые. А которые такие разноцветные такие? Вот такие, которые с Галиной, они привязывали красненькие. Да, будет. Готовим людей. Вон новенькая, вон сидит новенькая, видишь? Вон, на последней балке, на предпоследней. А, вот это которая сидит за головой сидит. Красавец какой-то. А что с ним не так? Это у него странно. Ничего, это новый за них. Если надо, остаются. Сейчас. Вы только так, сейчас вот заранее сейчас на меня выйдете, вы увидите. Я вам скину маршрутку, как ехать, что все остальное. Как вы тут бедненькие. Красиво. Нет, 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 вы послушайте меня. Я дам маршрутку, маршрутку, там какой километр, где поворот, это поле, по полю 16 километров. Там не найдешь, ехали не, и ночевали люди. Вы не пренебрегите, это несколько... Гули, 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 гули. Да. А где книги? Они не хотят, чтобы ты... Я в моем мире, Mail.ru. Вот. Все. Да. Когда вверх смотрите, рот не открывайте, а то могут капнуть. Такие меткие, да? Да. Да, 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 да. А вот они сидят. Да, да, да. Готовьтесь. Все, с Богом, отошел я. Не зашел. К крещению готовятся, с другого места. Вот посмотрите, каких я привез голубей. Это эти были у меня. Это не постоянное. Ой, сейчас идти.
эти были. Вот который вот этот вот сейчас залетел, это похоже, которых ты привез двоих. А вот каких я привез сюда, он коричневый полетел, вон он сбоку сидит. И который рядом черный, этих привез сейчас. Вот они двое. И вон, который дерется, пес вверху, это тоже только сейчас привез. Вон он, который, это мне Кошкин подарил. Ну да, интересно. Александр Борисович. Себе Палатинска, кажется, 25. Вот видишь, как? Вот это вот для них пшеница. Тут крыса, мышь, туда попасть не может никак. Ага, я думаю, что не поедем, да. Оно висит. И там тоже корыто. А тут сегодня пришел, вот вода. А там ближе большая мышь разбухшая и два мышонка. Ого. Они пить приходят и обрываются, и больше не вылазят. Где они там валяются? Вон, видать, я его выбросил. Все. Еще не есть? Я покажу. Вот сюда потихоньку. Подожди-ка, Володя. Не особо что тут такое. Вот, смотри. Вот она лежит. Вот. И вон она лежит. Вон я выбросил большая. Вон ее уже размочили. А вот рядом вторая маленькая. Угу. Так, обходите подальше, чтобы не наступать ни на счет, а она поддастся и тазик облетит. Видишь, вот это корыто. Специально здесь много пшеницы. Добавлять больше не надо, пока не сидят. Это на сколько им? Да кто его знает? Я не знаю, сколько их. Но сейчас у меня их больше 25-то. Вон они сидят как. Я насчитал 30. Ну, 30 я привез 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот давай кто-нибудь пересчитай. Стой на потихоньку, переходи и считай. Ага. Так там не видно. Гнезда, они в гнезда сидят пальцы. 15, 20, 23, 24. Вон они сидят. Так их не видно, они сейчас сверху сидят. О. В следующее воскресенье я отпущу их на свободу. Может, некоторые осталось. Нет, это веревочка. Там вот какая-то веревочка, вот, там надо снять ее. Они обязательно запутаются. Откуда она там? Зачем она там? Ну-ка. Надо подпрыгнуть. А там чьи-то вон это. Ну-ка давай. А ты пойдешь. Вот это. Как она могла так попасть? Ого. Опять. Двух голубят погубили. Гнездо. Все. Сразу разбились. Грудку поранил. Мамочки. Это он подобрал вместо этой. Я даже подумал об этом, может. Все, головка на бок, и это тоже. Оба они. Все. Беленькие оба, погубили их. Вот доказательство. За веревками я боялся, потому что они на веревочке ногами запутаются и висят. Минус два. Все. Умерли. Вот этот вроде еще дышит. Да нет, все. Вот у него пробито еще, то тут ударился. Он голову поднять не может. А там еще они могут быть? Больше ничего нет. У них по двое обычно. Да. Вот видишь как, надо было залезть и посмотреть, а ее обстричь. Это он строительный материал такой нанес туда. А это тоже у них получается гнездо, да? А, может гнездо. Теперь не надо ничего тянуть. Веревочку-то унести туда вниз. Сразу погубили пару голубей. Видишь, она, головка у нее не держится. А это сразу все. Удар был сильный. Он... Видишь, головку видно переломила там ему от удара. Бедненький.
Ну, можно гнездо это сделать сейчас искусственно, положить, может быть, отойдут. Это было так неожиданно. Никто этого не ждал. А ну-ка давай, Володя, пока это найти, лестницу поставь, я залезу, гнездо сделаю, а ты эту веревочку убери, а вот это подадите мне. Вот она, сзади лестница. Давай я поставлю. А, вон ту надо поставить, вон ту, вон, вон ту. Да-да-да, аккуратно. И вот сюда, на балку заводи вот так вот. Подождите, ты не так делаешь, куда ты сейчас поставишь, подожди. Ты обдумай сначала, ничего не делай. А вот эти не задень, которые вверху. Туда уводи, в ту сторону. Смотри, в ту. Сейчас туда, и сейчас вверх. Поближе перехватись. Сейчас, гляди куда. Перехватись. Ты видишь, где гнездо было? Не туда. Вот гнездо-то здесь было. Да. Сообрази. Только этими лесенками вверх. Не вниз. Толкай выше, вниз, чтобы она была более крутая. Ты помни, там не задень. Вот толкай. Выше, чтобы она уперлась от работы. Еще выше. Да. О! Ну что они? Ну пока живые, но лежат они. Может отойду, давай это. Гнездо. Ну это трудно уже гнездо назвать. Да, подержи. Отдай веревочки. Вот это, забери. Держи клетку. Проволите, да, чтобы она живо осталась. Видишь, уже все. Так, ты мне сейчас подашь. Так, подожди. Итак, держи, чтобы она никуда не сбилась. Давай. Ой-ой-ой, тут надо какой-то лопату или топор, чтобы сбить это все. Налипла какая-то. Ну, палочку какую-то дай-ка там, деревяшку, чтобы я ударить мог. Вон стоит наклонено. На стенку наклонено. Вон, да. Вон там лежит. Вон, глянь, около столба. Вот. Ну-ка вот эту деревяшку, вот эту, да. А, нет. Вот наклонено стоит длинное. Так длинное ударить? Ну-ка давай. Ударить надо. Давай, где она? Пойдет. Да забить что-то. Какую-то там баклушку дайте мне. Ну он лежит вон. Вот это вот лежит, это бумага или баклушка? Бумага. Ну вот. Вот. Давай. Еще ротик пытается. Уйдите оттуда, я буду сбивать. Это оператор. У нас такие всегда. Да, суперператор. У нас в Украине постоянно все. Это гнездо. Вот так вот дёрнут. Да, вообще. Это бывает вообще как городской петух. Как это? Седло у этого. Вот. Ой-ой-ой. Летающий микросхем. Ну-ка, прими. С ним летающий. Марина. Прими, чтобы не разбей где-то. Положи там рядом. Ой-ой-ой. Да, это все и гага. Ну, еще подводим. Приколок воды жизнедеятельности. Мама,
там рядом так, пока стойте, я сейчас пройду по всей этой разговоре дальше. Чуть не упал. Рожь, Марина, вы держали в руках тот же свидетель сверху голубей. Как бы засохшие. Но все равно, ох, какая огромная кучка. Лестницу смотри, чтобы она не хлопнулась. Я думаю, что по деревьям это придется. И не обязательно голубей. А доски не хлопнутся? Не. Ой-ой-ой. Что там вообще все? Как я тут пройду. Место держи. Чудо-оператор. Уйди оттуда. Тут давно никого не было. Я встал очень давно. Я бросил это, не видал. Из него вытащить надо. А мне там что-нибудь шевелится? Да, шевелится, дышит. Но еще даже клюв идет. Он пытается открыть рот. Он не рот открывает. Я тебе подать не могу уже, да? Такой средненький уже. Они красавцы сидят все. Гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Вон они сбились. Вон сидят. Что, полетели? Полетели, полетели. Гонит ее в дом свой. Он даже что-то три яичка лежит. Вот такие мои папы.
залез. Вот я тут все вышиб, что только можно. Ну, два голубенка погибло, это уже не выправить их. А вон что-то три яйца, Игнатий Иванович. А? Три яйца. Ага. Это интересно. Три это редко слышу. Это будет три. Держись. Они на эту сторону берут. Убили, потому что грёз не хватало. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Любое туда, пусть так попробует. Все я сделал, как положено. А ты надо же голубят положить. Вот. Сейчас. Ты смотри, чудо-пиратор. Кто-нибудь попробуйте пройти через огонь, воду и голубиные какашки. Огонь, воду и голубиные какашки. Держи. А тяжелее на отсюда еще? Нестор, крикни, скажи. Голубят эти... положить! Голубят положить! Да вот куда подальше положить-то можно. Тут гнездо не получается. Просто положите, тут все будет. Может, мама еще соберет что-то? Родители прилетят. Давайте поймем. Держи, чтобы не по лестнице куда-то пошла. Так, там бумага под ногами. Дай-ка бумагу. Подожди. Бумагу не. Постой, трожь, соль. Куда ты лезешь-то? Вот бумага. Под ногами вот. Под ногу. Я тут щель закрою. Ты жалей, что это не бумага. Сейчас я сделаю гнездо. Еще двигай. Это конвульсии. Конвульсии. Перед смертью. Может, как-то назвать? Может, как-то назвать? Зачем? Пока они не вырастут, не вырастут. Да к тому же я ее как Гули не называю. Можно просто назвать Гуля. Гуля это к детству говорить. Гули-гули-гули. Гули-гули-гули-гули. Он еще шевелится. Гули-гули-гули-гули. Еще клювиком будет, смотри. Ну как-то он так наложил. А ну-ка дайте мне эти, которые навоз у тебя сбрасывал. Я из них гнездо сделаю. А вон он лежит, возле... Возле он, возле. Из помета, дайте такие толстые. Толстые. Нет, и маленькие, побольше. Так я их туда уже кисло. Ну, стоят на месте, ну руки сложила, то поищи. Место. Которые я бросал, они не развалились. Вот чудо пират видимо. Тихо, место. Давай. Надо, видимо, гнезда создать. Давай. О! Это на всякий случай. Отойди соломку, там маленько, побойся. А то на голову ходить? Это слишком большая, я кину ее. Вот это вот пойдет. Уже нет. Уже не слишком большая. Так, еще дайте. Что там у вас есть? Обломи вверх. Здесь. Теперь поменьше какие. Так, еще. Вот уже получается что-то. Давай, давай вот эту, которую у тебя. Еще. Вот. Ну давайте теперь голубят сюда. Как вам выпадать? Возьми их как. Ну что, живой нет? Этот да, то этот. Ну-ка давай сюда. Помолимся за них, может быть останется живой. О, как мило. Давай второй. Этот дохленький. Живой, мертвый? Нет, он мертвый. А? Мертвый. Мертвый? Да. Уже не холодный, да?
Все, тогда держи, кошке отдай. Так, держи. Так, ну давай теперь вместе. Подожди-ка на тебя. Отпускай. О, лестницу убираем. А вы вот эти, которые на полу лежат, выберите туда, поднесите к дверям. Камушки эти. Смотри, это не шиби вон ту, слышишь? Да, да. И прямо туда тащи в коридор туда. В коридор. И на пол клади. Вот так, вот. В таком виде тащи. Камушки. Все, клади ее на бок. Клади, клади. Камушки. Так, собирайся. Вот, камушки, под ногами, вон. Соберите все туда, вытащите и выбросите. Давай собираем какамушки. Какамушки. Посмотрели. А у меня вот где место там отдыхать. Посмотрите, где я хожу. Вот я когда залезу сюда, вот еще сколько комочков здесь, обойдите. Только не наступайте на доски там, чтобы воду не опрокинуть. Вот. Значит, возьмите. Вытащите туда его. Наружу. Это, видать, от старости. Вот я тут сажусь, отдыхаю. Видишь ты? Так. Потихоньку, потихоньку там не наступайте на те, которые околоваются. Ну видно, что там, если наступишь, все прокинется тазик. Около тазика не наступ. Куда? Вот сюда выходите. Давай, да. Вот сюда обойдите камушки все, соберите. Потихоньку. Вон они лежат где. Выбирай. Все, все, все туда. Выходим. Ой, не слишком ли близко? Сейчас отправят в полет его. Ну давайте вот сюда вот сбрасывать. Я сейчас скажу где. Подожди-ка. Ты проследи, чтобы все выбросили. А мне можешь слезть лучше? А? Можешь слезть мне? Ну давай, слазь. Я сейчас уйду. Так, проследи, чтобы все, что набрали, вот сюда выкинули. Я покажу. Все, что набрали, все, чтобы вниз выбросили. Замочек повесите, только не надо его закрывать. Хотел отдохнуть, не тут-то было. Вот сюда вот кидать будете, вот. Давайте, подбирайтесь уже. Вот сюда вот. Вот сюда все сбрасывайте. Поднимите сами. О, породистый какой голубь. Туда он выброшу, его коршун утащит. Смотри, это спиной держишься-то, рухнешь. Да не сами могут кидать, держись руками. Возьми за лестницу или за еще, я боюсь за тебя. Сроду не думаешь, как? О, ласточка, глянь. Значит, сюда будут залетать. А что там, закрыли? Нет. А? Нет. Нет. Там открыто. Кого не а половину открыто. Может любой залезть в окно. Закрывайся.
Ну все, вытащите, знаете куда. Я ушел. Угу. С Богом. Все, сластим потихоньку. Надо же как было. Стало гнить. Все, держись руками. Пускай дети заходят друг друга. Спустись и вверху держи. Спира спускается, Нестор, спира спускается девочки. Ты отвечаешь за них, держись крепче. Девочки первые спускаются. Начинай первую девочку, там, девочек забирайте. Я вам говорил. А ты давай закрывай все, на все крючки. Замочек повешай. Страшно. Ну хоть в одно место сложите. Так, мертвый. Ну пойди, рыжий, отдай. Так они скользят, мам. Вон они, на окне лежит. Да-да-да, на окне. Вот они. Как? Нестор, там обе вертушки. Смотри, закрой. Смотри, они дают тебе сейчас, рыжий. Уходите от меня. Давай, аккуратненько. Спит безмятежно. Да. Ну, эти детки то долго. Бегом. Еще они не дают-то. Разбывались. А? Разбывались, идут. Вон. Разувались. Зачем разуваться-то? Да, давай. Прям в постель. Все же. Тут спит, тут ест. Лежит еще, есть, не есть, смотрит. Понюхала, свежая. Нет. Как камушки? Нет, она не голодная. О, перепугалась. Ну что, рыжая. О, такую кучу-то. Уходите отсюда, уходите по одному. Все, испугали ее. Да, пойдемте уже руки помоем. Ладно, я ушел от вас. Руки. А то после этих камушков. Руки. Фу, камушки.